Друзья, доброе утро! С вами Вера, вы на канале Мы с Алтай. Начинаем недельное видео, сегодня понедельник. И у нас распаковка. Так, надо было мне уж прорезать, потом открывать. Так, нужны зажалки эти. Заказала разделители в ящике для лент. Так, ну что они у нас тут влезут, поди, а то я самые длинные взяла. Еще поди не влезут. Так должно влезть. Влезают. Вроде влазит. Разделители для лент. Сейчас будем все комплектовывать. Покажу. Просто так и называются. Деревянные разделители для лент. И размер. Можете, если кому нужно будет, набрать и заказать. Они разного цвета бывают. Я взяла серые. Нам же серые нужны. У нас же серая мебель. Во. Да, эти дома я такие заказывала для крышек разделители, чтобы хорошо стояли. То есть вот они тут. А, надо как-то их туда-сюда. Сейчас посмотрим. О, вот. Тинь-тинь-тинь-тинь. Механизм. Все, сейчас разделаем. И еще вот такие контейнеры. Это я вот сюда под всякую мелочевочку, потому что у нас столько мелочи. Всего-всего контейнеров. Вот таких бах-бах-бах, всяких разных, короче. В общем, будем в ящики будем тоже собирать и обустраиваем наше пространство. Нам здесь очень-очень нравится, классно. А, что еще хотела сказать? Хотела сказать, что подписывайтесь на нас, на Цен. На наш телеграм-канал, все ссылочки внизу под каждым видео вы можете найти. Вот. А сегодня у нас марш-бросок на сумке, на композиции. У нас их будет сегодня 45 штук. Еще это мы готовим уже на среду. Среда, 2 октября. Наше Министерство образования будет праздновать День учителя. Так, 4 октября, вот, а награждение в драмтеатре будет 2 октября, вот, и поэтому мы готовим очень много букетов композиций. Композиции, стаканчики будут и сумочки. Надюшка уже носит. Девчонки зарядили сумарей, стаканов, очень большое количество, все яренькое, красивенькое. Все, Надюшка сейчас будет мочить оазис, топить, сюда выставлять, либо сейчас я здесь освобожу, сюда выставлять батальон и будем марш-бросок делать. Так, ну что у нас в холодильничке пустоватенько, в закуточках все отставлено для выполнения заказа. Так, ну здесь у нас в принципе остается, чтобы безбедно пособирать вот такие красивые букетики и поторговать до среды. Сегодня, завтра и послезавтра еще полдня. Так что все, поехали. Красоту навела. Порядочек в ящичках, сами видели. Вот такие разделители. Удобненько будет ленточки так жук вытягивать. Я сначала хотела вот так, чтобы вот так были ленточки, да, вытягивать. Но 52, по-моему, самые длинные вот они, вот такие штучки. Так вот не получилось найти. Ну ничего. Тишью тоже. Перегородочки поставила. Вот как бы более удобно у нас здесь все лежит. Здесь тоже контейнерочки, оп-оп-оп, разложила. Здесь все необходимое. Здесь тоже нашу мелочевочку все разложила, все под рукой, все
в доступе. Надо визиточку, надо. Закончилось степлер и скобочка, пожалуйста. Скрепочку к открыточке, пожалуйста. Скотч, пожалуйста. Снаряды, пожалуйста. Все такое, резиночка, все есть. Здесь тоже, сюда вот так. Наша лапша. А, ну здесь все просто. Да, это... Все, по чуть-чуть будем обустраивать. На тем временем Надюшку уже зарядила. Не зарядила, замочила Оазис. 45 сумок нас сегодня ожидает, да, Надя? И смотрите, о, батальон. Целый батальон. В состав будет входить 3 розы Кения. Так, ну что будет у нас входить в состав? Корзинка, то есть сумочка, Оазис, 3 розы Кения, 2 кустовые хризантемы, 2 веточки фисташки, веточки гипсофилы крашеные на 1500 рублей. Так что будем с вами собирать очень-очень-очень быстро. Поехали! Друзья, у нас все готово. 45 сумок готово. Вот так выставили, чтобы сфотографировать, снять для вас. Все, сейчас будем отправлять в холодильник. О, сколько! Ух! Целые пироженки. А Надюшка тем временем замачивает стаканчики. Вот такие яренькие. Всякие красивенькие. Вот они их наделали. Здесь все сухонько. Патрончики наши. Вот снаряды зарядили. Сейчас будем делать еще 45 стаканчиков. Один про запас попросили. Так что... О, сколько красоты! О, сколько красоты! Вот так вот. О, классно! Ковер! Ух! Не будем падать. Так, ну что, у нас следующий марк-брусок. Это вот такие стаканчики. Цена стаканчика 600 рублей будет. В составе у нас будет роза. Розы самые пышные. Кению оставили именно на стаканчике, чтобы она прям занимала хорошее свое место. Одна веточка хризантемы будет. Вот, также фисташку, гипсофила Надюшка будет заполнять. Так, время 5 часов. За 2 часа нам нужно управиться. Завтра других много дел у нас. Активно звонят и заказывают цветы на День Учителя. Понедельник, это когда у нас пятница, 4 октября, День Учителя. Вот, я очень рада, что мы вот этот заказ отработали вот с этой поставки. Да, обычно у нас и учительские, и классные букеты. И вот этот министерский заказ. Он большой, трудоемкий. Мы, можно сказать, целый день сегодня его выполняем. Вот между ними обслуживаем клиентов. Хорошо. Радуемся, что клиентов не так много. Будто бы чувствуешь, что, блин, мы в такой запаре сегодня. Тем более вдвоем работаем. Вот. Ну что, не будем терять ни минутки. Будем также собирать очень быстро. Задерживаемся немножко на работе. Надюшка, давай доделаем эти стаканы, композиции в стаканчиках. Пока она доделает, я соберу композицию на 80 рублей на завтра, на утро. Значит, корзина, 2 оазиса, 12 кустовых хризантем будет, 8 альстромерий, фисташка, ух, какая, Китай. Так, гвоздики 13 штучек будет, зелененькая и лунная. Соберем тоже быстренько. Поехали!
все, друзья, композиция у меня готова. Готова, приготова. Ой, она такая яркая, красивая, через камеру. Ленточки вот так шур-шур-шур привязала. Все, она такая пухлявая. Заказала постоянная клиентка для своей бабушки. Подобрали все долгостоящие цветочки, потому что день рождения завтра. Вот. А привоз у нас в среду, и хочется, чтобы все же на бабушку подольше порадовали цветочки. Такая пухляшечка, прям пухляшечка. Очень красивое сочетание вот зеленой гвоздички с фиолетовой хризантемой. Мне очень нравится. Альстромерия здесь такой еще зеленочки нам дала. Классно, мне нравится. Все, оно такая плотненькая, хорошенькая. Так, ну все, тем временем Надюшка собрала уже все стаканчики. 49 штук. Побольше нужно было еще. На завтра заказали. Так, ну что, выставляем на стол и фотографируем. Фотографируемся. Женя уже приехал за мной, так что делаем. Пирожки, горячие пирожки, ко дню учителя налетай, покупай. А, день учителя, какая красота. Доброе утро, друзья. Разбираю цветочки. Очень много. Так, быстренько прибежим. Ну, это вообще, вот. Так, разбираю, мы быстренько в холодильнике. Быстренько нос заслоним свой. Где что у них красоты, много всякой. Ой, китайцы молодцы. Накрасили по гипсофилу. Нет, красиво. Не китайцы? Эквадорцы накрасили. Эквадорцы накрасили. Да. Молодцы эквадорцы. Молодцы, молодцы. Хризантема разных оттенков. Тут не мешаемся. Давайте быстро здесь проведусь. Осенние какие. Ой, супер. Устомы классные. Магнолия. Протея. Лотос. Ласпи. Лес дуба. Ну, столько осени привезли красивой. Ага. Бомба, просто бомба. Гортензия, розы. Розы вообще супер. Все, набираем скорее. Горшечка здесь тоже. Там вон моя стоит, я так полагаю. Собираем. Сейчас все выложат и начнем собирать. Так, ну что, друзья, загрузили в прицеп. Пришлось его сегодня брать с собой, потому что не влезло бы столько коробок. Набрала море красоты. Едем в магазин, девчонки ждут. Все расставлять, еще заказы на сегодня есть. Так что поехали. Все, Женя закрывает там. Приехали, привезли коробки. Разгружаем. Нужно первым делом перечистить розу. У нас в заказе 101 роза. Пока везла, девчонки уже всю продали. Поэтому быстренько все чистим и собираем 101 розу. Поехали. Друзья, букет собрали, готовый, поедет на воде. Говорили, что лучше бы цветочки отпилить, но клиентам надо быстрее. Объяснили, как нужно действовать. Вот, надеюсь, подрежут цветочки. Так, ну все, разбираем коробки, чистим. Надюшка за обычный роз делает французскую розу. Тоже на сегодня надо. Господи. Почему не на завтра? Всем на сегодня. Заказов на День учителя вагон. Так, ну ладно. Делаем дальше. Шуршим.
Добрый вечер, друзья. Время без 15:09, а мы все еще здесь на работе. Дочищаем привоз, девчонки дочищают. Уже днем они наделали сумок, я уже зарядила их, наготовила витрину на завтра. Вот здесь такие сумочки, вот здесь вот сумочки уже такие. Давайте быстренько пробегусь и покажу, что привезла, что у нас красиво. Так, листочков всяких разных осенних. Лист дуба вот такой красивый. Надюшка здесь вот такой лист дуба чистит. Таласпи немножечко. Так, гипсофила. Хризантема такая. Розу поставили на синюю краску. Я здесь уже собираю заказанную композицию. Здесь будет и роза, и гвоздика, и устома. Так, побежали дальше в холодильник. Холодильник. Значит, что у нас? Гипсофила. Гортензия вот такая красивая. Розу только что зашли, купили. Роза. Что интересного? Скимия. Гвоздичка кустовая, герберка, смотрите, какая очень красивая и мини, шикарная, очень-очень нежная. Леокадендрон, смотрите, лотос привезла, вот такой душ, лейка. Вот, можно зеленым использовать, а можно и сушить, и красить. Гвоздика, но здесь еще не вся гвоздика, мы ее решили еще вот так вниз поставить, гвоздики тоже много. Роза Кения. Розу сегодня красную вообще все купили, 101 розу забрали. Но Флорис завтра еще пачечку подвезет. Еще 4 пачки розы будут, достаточно будет. Алистромерии немножко поставили, еще в сеточках Сантини. Вот такая. Здесь Гагарин. Вот это Гиперикум сюда повыше поставила, танцевать заставила. Так, Алтай сюда поля. Здесь у нас кустовая розочка, не стала туда жмякать, и розочки немножечко на подтоварочку. Магнум, Гагарин, Петр желтый. Смотрите, сколько альстромерии, туда не стала жмякать. Здесь поля хризантемы, всякой разной, красивущей, прекрасивущей. Вот такая еще осенняя Сантини. Заказов очень много на завтра, но ближе к вечеру все заказы. Сейчас я сделаю заказы, которые которые у нас к обеду нужны и на утро. Вот, а также вот эти все композиции заставим, потому что у нас вот эта полка вообще абсолютно пустая. По низу тоже еще заставим все. Девчонки, молодцы, сумок сегодня наваяли, вот-вот, зарядили. Уазис намочили, а цимбидиум еще, кстати, привезла. Вот, а быстро-быстро, когда сумки заряжены, быстро-быстро можно собрать на витрину еще пару букетиков, можно сделать. Вот, витрина будет готова. Завтра 3 число уже пойдут поздравлять учителей. А также, что быстренько можно сделать, то есть... В основном всю комнатку берем у компании Флорис, а Флорис привезет завтра, то есть 3 числа. 3 числа уже надо половину цветов продать, вот, поэтому надо планировать заранее. Вот, и в садовом центре привоз был горшечки, я взяла вереск, вот в такие леечки, в садовом центре они продаются. Просто это не посадочка, просто в горшочке, просто доставится вот так вот декор, на шпажечку, тыковку, на шпажечку, вот так шмяк, топпер дорогому учителю бряк, и, пожалуйста, вот, 1100 рублей, недорого, быстренько-быстренько закинули, то есть землей не возиться, это вот такая быстрая посадочка. На праздники само то, если не продали, разобрали и как бы отдельно можно продавать. То есть вот такие композиции, уже готовые варианты, они очень-очень выручают. Завтра Флорис привезет, завтра мы эти уже продадим и быстренько-быстренько новеньких сделаем. Так, ну все, не будем
терять времени и будем собирать композицию на 3800 гортензия. Здесь будет кустовая роза устома, лимониум, фисташка по зелени. Давайте все будем быстренько собирать. Поехали! Ушли, я доделала композицию, позже и вам ее покажу. Так, что хотела сказать по поводу стола. Удобный стол, удобный выдвижной ящик. Не беспокойтесь, что нам сейчас неудобно без дырки в столе, да. Очень удобно выкатил и закатил, также подрезал. У нас намного чище стало, потому что подрезаешь дырку, все летит, абсолютно все, на карточке, на полный ящик с открытками, все было в пеньках от цветов. Также у нас за неделю не потерялись ни одни ножницы, ни один секатор. Друзья, если вы собрались сделать дырку в столе, то будьте готовы каждый месяц покупать новые ножницы, секаторы, ножи флористические, потому что все будет туда волшебным образом исчезать. Вот просто волшебным образом. Вот, тоже в этих целях сделали стол без дырки. И неудобно, когда у тебя рабочее место с этой стороны, а дырка здесь. Она у нас была здесь, потому что в прошлом магазине рабочее место было с той стороны, дырка здесь. То есть как бы чистишь, если ты правша, да, и сразу тебе удобно. Вот когда переехали, у нас рабочее место стало с этой стороны, а дырка здесь. Неудобно. Вот поэтому... Поэтому сделали стол без дырки и выкатной бак. Это сказка, можно его выкатить и вообще хоть куда подкатить, и вообще классно. Вот это классная тема. Так, по композиции. Чуть-чуть немножко переиграла, чуть поменьше хризантемы сделала и кустовую розочку побольше. Вот такая красоточка ленты осталась, и логотипчик уже приклею завтра. А сейчас будем с вами собирать букет на 4000 рублей на каркасе. Сейчас я быстренько каркас сплету, включусь, цветочки уже посчитала, какие будут состав, наберу и включусь, и медленно с вами соберем букет. Так, в составе у нас две фисташки, они такие пышные, что обойдемся и без каркаса. Так, две кустовые розы, две альстромери, тоже такого розового подоттеночка, в компаньоны нашей кустовой розе. Вот такая гортензия шикарного оттенка, очень красиво. Гортензия 1000 рублей сейчас стоит, дороговастенькая. Хризантема, гвоздичка вот такая кустовая шикарная, и листья дуба вот такого оттенка, сливового что ли, очень красиво. Цветочки на наш вкус. Так, соберем медленно, никого нет, красота. Красота. Все, со скоростью света сейчас будем работать, потому что День Учителя уже будут праздновать завтра, уже будут завтра поздравлять, послезавтра, за 2 дня нам нужно большое количество букетов, композиций собрать и продать. Конечно, мы не настроены все цветы продавать, потому что торговать еще до среды. Я беру с запасом, конечно же, но с таким запасом, как бы, чтобы... Так. В общем, беру двойную поставку на День Учителя. Не знаешь, как торговля пойдет. Будут поздравлять, как, что. Потому что на День Учителя очень много дарят сертификатов всяких разных, да? Сертификатов. Так.
И цветочки идут как дополнение к подарку. Да? Дополнение к подарку идут. Идет цветы. Очень много берут шоколадных там, да, каких-то цветов. Потому что, девчонки, я смотрю, кондитеры, ой, молодцы какие. Из шоколада делают такие, ну, шикарные просто. Ой, куда же его поставить-то? Шикарные букеты делают из зефира, например, да, тоже отличный вариант для подарка учителю. Так, очень много мы уже пушистиков, кстати, продали. Прям я очень довольна. Нужно будет еще партеечку собирать уже к дню матери, потому что уже... Так, что-то тут с видео замешкалось. Так, собираем дальше. Вот и день в общем, хорошо пушистики хорошо очень побрали. Молодцы какой. О, листья вообще шикарно. Ой, красота какая. Цветочки все еще немножечко зажмяканные. Отопьются, распушатся. Так, завязочка, вот она. Так, мы разговаривали про то, что цветы на День Учителя являются в основном не основным подарком, а дополнительным. В основном берут букетики 1500 рублей, либо там скажут остаточки, да, вот купили подарочек, и на остаточки уже идет букет. Там по 5000, как на 1 сентября, букеты не заказывают. Так, нужно что-то креативное предложить. Ну, вот как с вереском, да, например. Шикарный вариант. Так, теперь будем упаковывать. Красивый букет, уже без упаковки красиво. Вот здесь я-то уже вижу альстромерии распустится. Здесь. Листики дуба вот так упаковочкой подобьются. Хорошо будет. Так. У меня, в общем, еще, ребята, свадебный букет на послезавтра. А по нему сюрприз. Синие розы мне привезли. Так. И белые кустовые розы. Вот. Потому что задержали на таможне две коробки. Ну, я не знаю. Вот так уберем. В общем, задержали на таможне две коробки. И весь цветок для свадебного букета оказался там. Завтра списываюсь с невестой. Несколько роз я поставила на краску, но такого эффекта, я думаю, какой нужен, не будет. Так, поэтому у меня еще запасной вариант есть. Я взяла стабилизированные синие розы. В общем, буду завтра говорить с невестой, как что. В принципе, я взяла белую стому, белую гвоздику. Обычно я как бы обсуждаю два варианта букета для невест по той причине, что цветы можно, ну, как бы могут прийти в не очень хорошем качестве, да? А здесь почему-то я этого не обсудила. Так, не обсудила, прям полностью была уверена, что все у нас сложится. Но судьба решила иначе. Поэтому несколько раз поставила на краску, но он там более голубой, ну, как бы синева будет. Вот, завтра переговорю с невестой. Как и что, ну, объясню. Такая ситуация. Ну, совсем не может быть. Конечно, неприятно. За день до свадьбы такое слышать. Так, я буду параллельно упаковку подбирать. Ну что теперь? Будем выходить из ситуации.
Так, упаковку. Упаковки, если честно, море. Вот была бы одна упаковка, и делал бы, а то куча ее. И не знаешь, какую сделать. Так. Такая не подойдет. Так, матовую. Блестящая совсем. Не такая. Так, бабочки ни к чему. У нас осень. О! Нашла. Нежно-пудовый. Так, ну что, завтра будем с вами делать свадебный букет. Посмотрим, что будет. В общем, мою сумму, гвоздику я белую привезла вместо кустовой розочки белой. Ну, как бы я вижу, свадебный букет получится красивый. Красивый, в бюджет мы вписываемся. Поэтому я думаю, все будет нормально. Хорошо, что я сама езжу за цветами. И если бы мне не привезли там, да, цветы, и не было возможности где-то что-то еще взять, конечно, это было бы все печально. Не только для меня, да, но для невесты в первую очередь. А так, цветочки все я привезла и сделаем. Так, кстати, мы что-то решили с Женей эфир пораньше провести. Никогда 15 тысяч подписчиков, да? Будет, а буквально, может быть, в понедельник, да? Ответим на все ваши вопросы. Пишите вот под этим видео в комментариях, какие вопросы интересны про выгонку тюльпанов. Какие-то вопросы, которые, может быть, вы ранее писали, мы как-то пропустили и не ответили вам, да, на какой-то вопрос. Вот, поэтому пишите, задавайте вопросы для... Можете прям написать вопрос для прямого эфира и написать его. И мы обязательно на него ответим. Так. Там гортензия. Упаковываем так же, как всегда и обычно. Так, тряпочки протереть. Мокро. Упаковка длинная, но можно подвернуть, как нам нужно для нашего букета. Так, что еще, друзья? Я взяла в садовом центре гаршки для тюльпанов, для выгонки. Вот, тоже все покажу на этой недельке. Как, что, грунт, может быть, даже захватим на этих выходных, будем уже готовить грунт. Может быть, в следующее видео войдет. Посмотрим. Кстати, вчера начала уже выкапывать георгины. О, надо сказать Жене, чтобы он их занес или укрыл. И вообще в теплицу надо занести. Белые уже выкопала, промыла, положила сушить. Сейчас пока погода хорошая стоит, они просохнут. Гладиолусы тоже, кстати, убрала, но еще не отделила от зелени, да, положила на сушку. Тоже промыла хорошо их, положила, сушится теперь все. Потихонечку огород убираю. Также морковку, свеклу уже убрала, морковку уже перешоркала на заморозку, все уже прибрала. Так.
смотрите, у нас основной поставщик — садовый центр, да? И Флорис, тоже берем у них для поддержки штанов, так скажем, да, цветочки. И у них поставка будет завтра к вечеру. То есть 4-го к вечеру они привезут цветы. То есть если бы я основную поставку брала у них, да, с доставкой, то цветы мне бы привезли завтра к вечеру, а у них берут полгорода, понимаете, полгорода. Завтра к вечеру только цветы привезут. А завтра к вечеру мы должны уже отдать готовые букеты, композиции. Вот поэтому не знаю, как коллеги будут работать. Ну, наверняка где-то перехватили, либо с прошлой недели запас какой-то они как бы должны все распланировать. Вот. А тут взял уже на завтра готовые композиции букетов, сколько уже сделал. Тоже рассчитывайте, да? Если, например, у вас... Так, какую ленточку? Какую? Если у вас, например, вы смотрите, ага, праздник выпадает на среду, а поставки у вас по средам, вот как у нас было на этой неделе, да, День учителя, у нас был большой заказ, это было там сколько, практически 50 стаканов, 50 сумок, да, так скажем. И если бы они, как бы, конечно, я всегда говорю заранее, да, с нами связались, и на этот заказ я привезла цветы, мне еще довозили в пятницу в садовый центр. Я как бы их заранее прикупила, отставила, то есть забронировала, и могла отработать этот заказ. Вот, а если, например, не все не рассчитать, и можно как бы было остаться и без этого заказа, сказать, что мы не сможем привезти, потому что цветы привезут нам только в среду. Вот, поэтому все планируйте четко к празднику, когда у вас придет горшечка. Вот в этот день придет горшечка, в этот день мы сделаем посадочки, вот в этот день придет срез, значит, у нас столько-то заказов, либо мы планируем столько-то на витрину, значит, мы делаем такие-то сумки, заряжаем, либо делаем юбочки, делаем стаканчики, что, как мы видим нашу витрину. То есть все-все-все должны распланировать. То есть не вот что, вот сейчас придет поставка и посмотрим, что мы будем делать, да? Заранее комнатные растения, во что мы их будем ставить, какие посадочки делаем. Топпер обязательно мы там дорогому учителю, да? Либо с днем учителя. Дорогому учителю можно в течение года, да, продавать. А вот с днем учителя, естественно, только в день учителя. Вот, поэтому думайте, да, какие топперы брать, универсальные лучше или лучшему учителю. Вот. Ой, к чему это все? В общем, друзья, планируем все заранее. Так, Леночка. Да, доча? Так, все. Дочь на завтра забронирована. Завтра нужно будет крутить по одному цветочку. По одной хризантемке, естественно, это девчонки не делают. Я уж дочь прошу, потому что девчонки будут, естественно, заказные букеты, да, композиции вместе со мной делать. Ну и обслуживать клиентов. Потому что завтра, чувствую, все побегут. Все. Вот такой букет, кстати, не показала. Получился. Ух! Красивый, очень воздушный, большой. 4000 рублей. Так, все подрезаю. Отправляю. Все подрезаю наискосок. Гортензию подрезаю и повдоль расщепляю. Все убираю в холодильник. Так, что-то у меня входит. Вот такие вазочки у нас под букеты. Это орхидейное кашпо. Внутри оно такое выпуклое,
Вот. И хорошо, когда ножки ставятся, как бы она в центре выпукла, как бы не мотыляется букет туда-сюда. Стоит ровненько, аккуратненько. Так, ну все, едем дальше. Заказов. Заказов много, заказов много. О, сколько. Так что, наверное, на сегодня я с вами прощаюсь. Все вам показала, что привезла. Какие букетики на витринку. Сейчас еще парочку букетиков, я думаю, соберу заказных. Вот, время 9:30 уже. Парочку букетов, да, успею собрать и все, и домой. Так что до завтра. Прощаюсь с вами. Увидимся. Пока не сматерюсь, не заработаю. Друзья, доброе утро. Действительно, утро. Я как будто бы отсюда и не уходила. Включила камеру, чтобы просто с вами поздороваться. Не знаю, будет время что-то для вас снимать. Потому что в быстром темпе собираем букеты. Композиции уже заказные. Я пришла в 8, Надюшка тоже прибежала. Делает на розочке по ленточке. Вон она там стоит. Вот, поэтому работаем в бешеном темпе. Что удастся, то подсниму. Сейчас хотела показать, какие я сделала наборчики. Поставила аромадиффузор, вазочку в пакет. Все, расценила, ценники посмотрите. Кто-то писал в комментарии, сколько стоят вазочки с пакетом, сухоцветом. Вот, 1200 стоят, вот такие, 2200. Цены можете посмотреть, определить для себя, по какой цене продавать. Так, с вереском, по-моему, я вам вчера показывала тыковки, показывала. Так, ну все, будем все собирать очень быстро, так что поехали. Хотя быструю съемку, но поставлю. Так, все, друзья, вереск с тыковками забрали. Флорис нам привез еще цветочков. Смотрите, бах-бах-бах. Кашпо поставила. Тыковку, топер. Пожалуйста, осталось обсчитать. Также вот гузмани уже в речке поставила. Но здесь просто топер, не будет тыквы. Вот, сразу шур-шур-шур. Так вот выставляем. И все, и выкладывать скорее. Потому что сейчас только выложу, уже сразу. Так, ну все, едем дальше. Красный, белый.
Можно 4 белых и 1 розовый? Можно, конечно. Вам в один еще букет? Да, давай. Пленочку упаковать? Да, да. Вам по 220 рублей? Да, по 220. А еще розовый был одну. Зачем? А давайте вот эту пленку возьмем, чтобы вот так... Так, мы и будем ее брать. Давай. Сколько выходит? 400. Пленочку розовенькую сделаем? Учителю. А давайте сиреновую. Ну, выбирай сиреновую. Да, вот такую. Давайте вот эту. Она с звездочками. Вытаскивайте мне сюда, ага. Так, 600. Ну все, поздравляйте. Ой. Целый консилиум у нас тут. Целый консилиум. Так, между делом собрала вот такие букетики. Так, здесь надо обрезать. 2000 рублей. Пум-пум-пум. Осенние попросили. Так, сейчас обрежу здесь пленку. Коричневые упаковки у меня было совсем, получается, 3 листика. В общем, я растянула, вот так вот упаковала прозрачный с желтеньким. Листик, веточка, сантини, розочки, все. Девчонки дали мне уже крыночки. Сейчас я вам покажу, сколько уже букетиков мы собрали уже заказных. Витрину я показывать не буду. Там вот так вот все. Только не успеваем выставить, все забирают. Так. Так, а за этими букетами приеду через час. Вот, хорошо, что камеру включила и вам их показала. Очень некрасивые, всего по 2000 рублей. Упаковка прям вообще очень красиво сыграла свою роль. Они так по себе маленькие получились, не очень объемные, ну, на 2000 рублей в принципе. Но упаковка здесь прям шикарно легла. Так, логотипчик. Пойдемте. Пойдемте покажу. Так, вот такие два. Два брата-близнеца осенние. Надо хоть пофотографировать. Так, свет включить. Ух! Красота! Вот они, два осенненьких тоже стоят. Красно-белые заказали. Вот таких два. По 3000 рублей здесь еще в Альстромере, вообще в бутончиках, пока место не занимает, но потом распустится. Так, вот такая 2000 рублей, 3000 рублей вот такой, 2500 синий. Отцвестили наш вереск и стаканчики. Стаканчики заказные. Вот, ну и на витрину горячие пирожки здесь, здесь. Вот, о, Надюшка уже... Две сумочки. Красота. Так, все, друзья, букет сделала. Народу очень много. Все бегут в последний момент. Немножечко нервные есть люди, попадаются, ну ничего, это их участь, родительского комитета, сами распоясали своих родителей, фотоют им и стоят по полчаса, ждут ответа, все.
психуют. Ничего. У нас вот такая красота. Букет 4000 рублей на техническом каркасе. Погода стоит шикарная. Женя поехала за песком. Уже пора готовить грунт на тюльпаны. Скоро будем уже сажать на выгодку. Вот. А у нас в квартире газ. Всем привет. Пришло время набрать песочку для посадки тюльпанов. Мы прямо на бережку. Немножко для себя, пойди, никто не заругается. Вот такой песочек тут намыло сбоку. Нам надо, я посчитал, 0,2 куба примерно нам надо. О, наша техника. И та тоже наша техника. Накидываем. Песок привез, в теплице разместился, на улице где-то плюс 10, прохладно. Просею я его через ящик, вот через такой, двумя руками, уже почти полная бочка. Один к одному сею песок и чернозем, перегной такой. Весной мы брали с Верой навоз, он уже вот перегнил, и его отсеиваю. Вот такой грунт получается. В него и будем садить тюльпаны. Процесс идет. Так, едем дальше. Все, собрала заказ один. Две сумочки с утра еще забронировали. Вот такую забронировали. Все отправляется на доставочку. Все с клиентом согласовали. Здесь я уже отвернула еще один пакет, потому что его уже купили, оплатили. Я вот так уже даже отвернула вереск с тыковкой. Вот, чтобы не заманчиво было. В общем, их уже разобрали. И еще одну взяли, вот такую. Люди идут. Ну, самый большой поток мы планируем. Ждем вечером. Вечером. А витрины у нас вон, девчонки таскают. Она не прибавляется. Так, тем временем у нас на лестнице букеты убывают, прибывают, много выбыло, вот этих прибавилось, смотрите, дальше все прибавилось. Помощница у нас здесь крутит по одной хризантеме. Надюшка состряпала 15 стаканчиков, 2 букета заказанных, вот здесь вот. Леночка крутит по одной хризантемке, вот так нарядно, парадно. Вот, ей еще сколько запаковать осталось. Все, ой, заказали, игрушки привезли. А нам даже их открыть некогда. Ничего, успеем, откроемся и поиграемся еще. Все, расскажу про них. Так, дальше, побежали. Что мы еще тут? Еще девчонки зарядили батальон сумок заказные. Сейчас будем делать эти вроде на завтра. Но все, кто на завтра, едут и бегут сегодня. Ура, друзья, 7-й час. Никогда так не радовалась. Так, ну что у нас? Дальше идет батарея букетов. Надюшка, молодец, какие батареи нам тут сделала. Надюшка еще крутит 6 букетов заказанных, очень красивых, осенних, шикарные. По одной розочке накрутили. Так, следующая партия, конвейер пошел. Я сейчас наклеечку, то на ленточку, все это заказные. Так, ну и у нас практически все. Всем закрываемся, еще несколько заказных делаем. Вот, и я думаю, не будем ночевать здесь. Не будем ночевать. Солнышко уже село. Можно уже открыть окно. Так, по цветам. Хризантемы практически нет. Вазончик один остался. Альстромерия хорошо уходит. Розочка хорошо уходит. Вот, ну, витрину... Вроде набиваем, но все равно уже где-то проплешина. Так что нормально, все, молодцы. С диффузорами, кстати, наборчики, которые
делали, уже забрали. Все надо тут хоть расставить немножко. Красоту навести. Лбами тут уже бегают. Цокаемся. Время без 15:08. Мы только закрылись. Сели перекусить. Себе творог с яблочком нарезала. Девчонки тоже себе покушают. Кушают. Сидим, короче, ноги с пару сходят. Впереди у меня у всех Надюха делает витрину. Букеты красивые. Композиции мы уже приготовили. То есть в процессе витрину забили композициями. Нужно букеты. Вот она сейчас букеты будет делать. Красивые, что у нее душа не пожелает. Все пусть делает. Да. Кроме фиолетового. Она фиолетовый любит. Вторая Надюха будет у нас 4 букета делать по 2500 на вручение. Так, а я ухожу в загул. Буду композицию делать вот с алкашечкой. На оазисе мне нужно будет примастить 2 бутылочки туда и вокруг цветочками бах-бах-бах. Обязательно покажу, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Так, все, вот такая красота у меня получилась с бутылочками. Герберочка вот так, диантус, кустовая розочка, гортензия. Все, сейчас приедут за ней. Мы работаем дольше. Так что, друзья, время букета свадебного подошло. Значит, что у нас будет? 11 вот таких роз. Роза у нас стабилизированная. Я ее посадила на фальш-ногу. То есть, смотрите, нога от живой розы. Я взяла зубочистку, насадила, то есть, как бы на стебелечек розы и в стебель розы и затейпировала вот так. Вот такая розочка. А ноги стебли так, как настоящие розы. У нас также будет в составе гвоздичка, эустомба белая и на подбивку эвкалипт. Букет на 6000 рублей. Это тот букет, на который не пришла, то есть не белая кустовая роза, не синяя крашеная роза. Вот поэтому вышли из положения, взяла стабилизированную розу. То есть сам поставщик, он подсуетился и забронировал. Привезли с одного магазина коробочку стабилизированных роз. Вот, и мы тем самым смогли обеспечить нашей невесте букет невесты ее мечты. Так, ну а вместо кустовой розочки будет у нас диантус и эустомка. То есть нам нужна белый фон и яркий акцент синий. За букетом приедут завтра 8:30. Не хочу на завтра откладывать этот букет, поэтому будем собирать очень быстро сегодня. Так что поехали. Так, на полсборки букета наполовину разрядилась камера, но результат я вам покажу. Еще финальную подрезку сделаю завтра и обмотку также. Смотрите, он какой-то толстенький получился. Так, ну вот. Такой букет. Результатом я довольна. Бело-синий. Роза ничем не отличается от настоящей. Даже еще лучше. Стебли не будут красить руки и платье невесты. Потому что, когда роза крашена через стебель, ну, то есть она морается снизу.
Я вот думала до этого, то ли как-то ее тейпировать придется, либо еще что-то с ней изображать. Вот, а так все, что не делается, к лучшему. Так, все, друзья, без 10:10. Женя за мной уже едет. Девчонки только что ушли. А мы все заказы сделали. Свадебный букет сделали. Завтра приду пораньше, потому что вот эти букетики завтра заберу. 4 букета по 2,5. Очень красивые. Нарядные, парадные. Так, ну и там еще у нас уже в темноте. До завтра. Прощаюсь с вами. Спокойной ночи. Друзья, доброе утро. От всей души поздравляю учителей с их профессиональным праздником. Желаю здоровья, чтобы дети были послушные, чтобы нервы не трепали. В общем, чтобы все было хорошо и замечательно. От всей души поздравляю своих подружек, учителей, своего супруга Евгения с этим замечательным праздником. Так, ну а что, мы начинаем День Учителя с бутоньерки для свадебного букета. Оставила самую маленькую стабилизированную розочку на бутоньерку. Также у нас будет эвкалипт и устомка. Букет переночевал прекрасно в холодильнике. Да что же ему доспеется, тем более роза стабилизирована. Вот так говоришь, а камера сама выключается. Так, ну все, замечательно. Букетик. Классный, бело-синий. Так, ну а мы будем собирать бутоньерку и отдавать заказные букеты. Время 8. Я написала в статусе, что мы работаем с 8 часов, готовы принимать всех. Вот, витрину вчера мы приготовили. А я вам показывала, по-моему, я уже не помню. Витрину уже приготовили. Надюшка вчера готовила. Композиции все сделано. Внизу по розочке накрутили. Так, ну и вот все наши цветочки. Там только в закутке стоит альстромерия. Все остальное в броне уже на завтра, на послезавтра. Люди молодцы, побеспокоились, заранее заказали и останутся с цветочками, потому что не знаю, как сегодня пойдет торговля, может быть, вообще все почувствуют, заберут. Друзья, мы вспомнили, что у нас еще же глобусы. Мы специально оставляли глобусы на день учителя. В срочном порядке зарядила Надюшку сумочки, собрали вот такие с глобусом. Какая красивая розовая большая страна на первом плане. Сумочки. Да, 2000 рублей. Вышли такие большенькие, хорошенькие. Все, 4 штучки отправляем на витринку. Скорее люди понемножечку идут. Сегодня день самоуправления. Начальная школа учится с 11, поэтому основной поток, ну, ждем до обеда. Вот, так что... чуть-чуть на расслабоне. Витрина готовая. Приходят, берут готовые букетики. Очень-очень это хорошо. Женя что-то ездит туда-сюда, дела решает какие-то. Сегодня вроде на корпоратив идет. Ну, его праздник имеет право. Так, ну а Леночку я отправила на доставочку. Так, друзья, хорошо у нас потутихло немножко. Собираем заказы на завтра. Вот такую красивую корзиночку на 5000 собрала. В осенний цветок бойками. Здесь герберки, диантус, сантини, гиперикум, альстромер еще раз пустится. Вот в такой корзиночке. Привет. Бах. Бантика бах. Ручки бах. Связали. 5000 рублей. Все, отправляется в холодильник. Здесь такие листочки бука, здесь лист дуба. Красота осенняя. Отправляется в холодильник. Завтра свадьба еще заказали. 3 композиции, они небольшие будут. В сумочках и в коробочке. Вот, а также у нас красивый букет. Красивый букет, композиция яркая. Вот, если коробочки будет, тоже
результат обязательно покажу. Науки погода шепчет, шепчет, шепчет. Пожарь, шашлык, а нам некогда, у нас день учителя, день учителя. Так, не могу не поделиться с вами вот такой красотой. Понимаю, видео большое, уже очень длинное. Но давайте еще яркими красками зарядимся. Ой, красота какая. Композиция 6000 рублей. Такая красота. Листья дуба такого очень красивого оттенка. Прям подчеркивают. Вот. Это уже заказы на завтра. Завтра будут еще учителей поздравлять. Молодцы, заказали заранее. Следующий букет. Большой, красивый. Клиент любит, чтобы вот так упаковку. Со всех сторон была. Побольше, побольше. Букет 5000 рублей. Хризантемы 5. Розы кустовые 2. Дианатуса 3, розы одноголового 7, альстромерий 5 с красивой упаковкой. Ему нужен и не нежный, и не сильно присильно яркий. В общем, такой. В общем, сделали такой букет. Большой вазон, высокий. А то в вазу не влазит. Все, едем дальше. Просто включила камеру, показать вам букетики, композиции собрали. А то скоро за ними приедут. Вот завтра на свадьбу, на свадьбу, на свадьбу. А это учителю. Вот, красота. Собираемся домой. День прошел по щелчку вот так. Наполнили немножечко витринку. Так, ну и вот все, что у нас осталось. Буквально такие хризантемы и вот там три веточки. Все хорошо поторговали, считаю. И даже замечательно. Полочки с пушистиками тоже. Все, вот четыре вазочки осталось. Там совсем все пустенько. Считаю, что день учителя прошел очень замечательно. Друзья, доброе утро! Мы бодрые, веселые, у нас сегодня море. Поэтому сегодня мы занимаемся распаковкой заказа нашего на мягкие игрушки. Вчера совсем руки уже не дошли, уже ничего не хотелось сделать, время уже позднее. До самого вечера букеты, 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 букеты. А хочется, если распаковывать, то уже и поиграться. Дебозы мои, какие хорошенькие. С рюкзачком даже. Рюкзачок зайчику, пингвинчика. Шапочка снимается. Ну, вообще поиграется. Сегодня наиграемся, Надюх, с тобой. Класс. Всяких разных. Они вот ребята привозят вот в таких мешках. Кстати, многие спрашивали в телеграм-канале моих поставщиков игрушек. Обязательно ссылочку на их телеграм-канал, их контакты оставлю под этим видео. Потому что действительно игрушки классного качества. И ну вот смотрите, какая прелесть. У них даже щечки вот такие вот прям розовенькие, глаза как настоящие, мордочка не косая, не кривая, банданочка тут такая по очень классным ценам. Ребята привозят всегда разные, не только как бы одинаковые, да, но как бы разные. О, какого медведя большого. О, огромный. Сейчас всех садим вот так и будем упаковывать. Также я уже давала их контакты в телеграм-канал ребятам, кто заказывал, тоже очень довольны. Они отсылают по всей России. Прям действительно, такие мягенькие. Смотрите, какой добренький, добрячочек. А то иногда, как бы выбираешь игрушки, приходят, а они у тебя такие кривые, косые, просто-просто ужасные. О, тибозы! Он как настоящий, смотрите. Какая-то штучечка тут у него прям.
Ножки вот так вот. Вот. Ну вот прям качество очень классное. Потому что когда смотришь на картинку, да, иногда привозят, вообще не совпадает с тем, что ты видишь на картинке, пошито ужасно. Здесь, ну, прелесть, смотрите, щечки, яблочки. Можно поиграться. Во, вот эти все отрежем. В кофточке. Ну, супер. Зайки прелесть. У нас в основном пользуются спросом вот малыши средние, да, игрушки больших мы вот закажем по одной, ну, максимум две. Вот лежачие тоже всякие. Ой, прелесть какая. Мохнатая. Прям прелесть. Игрушки все беленькие, светленькие, стараемся заказывать таких вот нюдовых оттеночков. Но есть у ребят всякие яркие, интересные игрушки. Ой, вот этот вообще прелесть. Какие глазки у него, ага. Вот, поэтому мы будем их сегодня все упаковывать. Все игрушечки упакуем в пленочку. Потом я вам покажу. Обещала как-то мастер-класс по упаковке. И все никак не покажу. Такие маленькие. И мишки в платьюшках. То есть есть разного оттеночка они. Вот сюда пока накладываю. Телефон разрывается. Но подождут пока. Тоже прелесть. Какой кудрявый-прикудрявый. Вот, упаковываем от пыли в основном. Потому что вот беленькие они, чтобы достались все чистенькие уже конечному покупателю. Вот мы их, конечно же, упаковываем в пленочку. И как бы сразу нарядно. Нарядно с бантиком. Ну, я вам все покажу, расскажу. Очень классные медведи сейчас стали делать. Хоп, закрыл, открыл, синтепон вытащил, постирал, просушил, опять набил. Вообще классная тема. Так, ну все, медведей выложили, посадили. Будем понемножечку их упаковывать. Так, все, отправили одного курьера на доставку. Для упаковки игрушки обсматриваю сначала ее. Все из где ниточки убираю, разглаживаю, поиграюсь, полюблю все погладить. Если где ленты мятые совсем сильно, вообще у нас тут есть утюжок, можно развязать и погладить ленты, чтобы красиво, да, смотрелись. Но мы с этим не заморачиваемся. Мы берем красивые атласные ленты. Можно пошире, можно поуже. И повязываем новенькие. Аккуратненькие, потому что медведи, понятное дело, идут все в пакетах, жамканные. Ну вот сами медведи гладенькие, а вот атласные ленты, конечно же, страдают. Опа! Совсем другое дело. Вот. Подпаливаю их, чтобы они не бахромились, что ли. Не распускались, да. Знаешь, надо еще зажигалку. Зажигалочкой. Подпаливаем. Вот. Совсем другое дело. Можно любую подходящую атласную ленту. Их у нас, как говорится, очень много. Давайте я вам покажу. Берем пленку. Пленка есть, знаете, вот такая блестящая, каркасная, да? А есть вот, ну, вот как полиэтилен, как пленка. Вот берем блестящую. Прям такое, чтобы, ух,
хорошая. Не знаю, сколько микрон. На ощупь, в общем. Так, видно, да? Вот так примерно, чтобы тут загнуть. Можно было чуть повыше, но у нас нет. Снесли нас на день учителя. Так, выкраиваем сначала, сколько нужно. Подлиннее. Оп. Что я тут выкроила? Нет, хватит. Переворачиваем шов, чтобы был сзади. Так, угу. Дашь мне скотч? А я же тебе дала. О, точно. Так, заклеиваем. Сзади. Ну, кто-то пишет. Вообще-то день учителя же сегодня. Все спохватились. А цветов с гулькин нос. Так, переворачиваем на спинку. Это вот что сидячие, так мы упаковываем. Ножки подгибаем. И упаковываем вниз. То есть складываем как коробочку. Я сильно тут много сделала. Ну ладно. Можно даже степлером. Снизу степлером, потому что иногда игрушки как бы тяжеловатые, скотч может отлепиться, а внизу и не видно будет. Ну, то есть с одной стороны и с другой стороны мы вот, ну, делаем, да? Высаживаю нашего Михаила и сверху собираем. Так, такие собираем. Ну, можно такой же, либо вообще нужно нейтральной ленточкой, какой-нибудь беленькой, чтобы она не акцентная была. Также внизу флориста. И небольшой бантик. То есть это не подарочная упаковка. Если клиент захочет бант там упаковать как-то сильно подарочно, то можно, пожалуйста, ему переупаковать и сделать. Здесь у нас как бы простая защита от пыли. Пленка блестяшная, какая красивая. Здесь все сидит компактненько. Ушки мы ему, ну, придавливаем, ничего страшного. Вот так мы упаковываем. Все, Надюшка вчера их уже приходовала. Ценник осталось прикрепить. Так, бантик чуть-чуть заделался. Ничего. И всех рассадить. Так, все. Потом полочку покажу, как они у нас сидят. Так, ну что, друзья, мастер-класс продолжается. Маленький, с маленькими все понятно. Что делать вот с такими громадинами, с такими большими, да красивыми. О, какой! Так, что мы делаем? Берем самую широкую пленку. У нас нет прозрачки сейчас. Берем с очень реденьким рисунком. И прокатываем его туда. Прокатываем туда и сюда. Чтобы... О! Раньше были такие пакеты классные с жестким дном, но сейчас они такие дорогущие. Так, еще надо. Так. С запасом и отрезаем. Большой какой. Садим его. Сначала вверх.
собираем. Ленточку не приготовила. Завязываем, но не плотно, то есть не на два узла, на один вот так. Хоп, даже можно бантик чуть сделать. Как бы мы наживулили. Теперь мы усаживаем нашего крючка. Так, по сторонам нам нужно. Хоп-хоп. Пожалуйста, подсек. Скотч можно? Нет, скотч не надо. Он весь скотч разорвет. Мы еще таких медведей больших в транспортировочные пакеты сажали. Да, вот в такие. Ну, то есть транспортировочные пакеты для цветов. Либо для шариков, да. Ну, смотрится некрасиво. У нас нам надо парадно, нарядно. Чтобы красиво было. По бокам. Можно, конечно, еще один листик. Ну, то есть вот так вот еще с одной стороны, вот так вот с другой стороны обернуть. Ну, так нормально. Пойдет. Так. И теперь подравниваю. Потуже делаю. Так. Выравниваю, чтобы зазубринок никаких не было. Красиво. Все, чтобы четко было ровненько и красивенько. Так, еще немножко прихватим. С этого чуть-чуть, чтобы сильно не торчало. Садим его на самое высокое место. Вот ту полочку освободили, потому что пушистиков у нас же нет. Лезет, думаешь, что ли? Скомпоновать? Скомпонуем. Ну все, вот так сидит. О! И еще одного сюда посадим рядышком. Так, ну что, друзья, в телеграм-канале вчера просили показать один из видов упаковки. Я выкладывала букетики туда. Начала собирать букет на витрину, называется по сусекам. То есть, что было, всего по чуть-чуть совсем. И решила также упаковать. То есть, сзади листочек, два листика вот сюда, да?
И берем прозрачную пленку. Прозрачную пленку выкладываем в букет. Обматываем, ну, примерно чуть побольше. Выкраиваем, чтобы нахлестнулась у нас упаковка, да, в ту сторону. Так, тишью вниз чуть-чуть, так, шур-шур. Тишью тоже один листик буквально, да, у меня остался золотой. Вот. Цветов очень мало, поэтому букет так и называется, по сусекам. Вот так вот наворачиваем. Сжимаем. Ну как, пленочку нам надо его как бы обернуть, да? Так, где-то что-то попоршится, чуть-чуть подтянули сзади. Он как будто бы, знаете, такой аквариум получается. Впереди вот такой вот аквариум. Перевязываем бечевочкой технической. У меня такие, знаете, в коричневой упаковке были букеты в этом же видео. Вот, и сейчас быстренько покажу. В принципе, понятно. То есть там заднюю стеночку упаковать, потом проложить пленочкой и задекорировать ножички наши. Я девчонкам обещала в следующем видео. Ну, давайте в этом вот букет подходящий у меня попался. Вот такую упаковку. Вот эту, кстати, пленочку можно с рисуночком тоже делать. У меня вот такая с каемочкой была. Вот. Тише чуть-чуть пониже, чтобы и зелень было видно, да, у нас здесь. Так, и ленточка подходящая нам. Какой-нибудь. Надо бордовый, вот бордовый нет. С оранжева, что ли, взять. Давайте. Пусть будет оранжева. Ножки вот так декорируем. Флористический узел. Раз, два. Затянули. Бантик завязали. Шмяк. Так, вот такой букетик, такая упаковочка, как бы экран, да, впереди получается. Тоже очень красиво, все цветы просматриваются. Ну, эмблему красивую, красивенько. Можно на передний план, можно на задний, вот так вот не хочется. Так, шу-шу-шу, поставить. Что-то тише вот так было. Так, все, букетик у меня готов. Сейчас на водичку Надюшка допаковала. Так, вот сюда вот двух медведей вот так посадили. Еще одного осталось доделать. Видите, маленько сколько пушистиков совсем осталось. Горшечку хорошо побрали. Вот. Вот так вот с полочкой с игрушечками. Там вот большенькие сидят, поменьше, поменьше. Здесь шарики рядышком. Все, пожалуйста, клиент взял, посмотрел. Игрушка осталась чистенькая. Все, вот так добротненько, беленькие игрушечки у нас лежат. Ой, вот этот пингвинчик прям вообще балдежный. Прям балдеж. Классненький. Вот эти прям с розовыми щечками. Прям нравятся мне. Все, они у нас хорошо помещаются. И побольше, и поменьше. Все вот так на полочку. Ой, как красиво букет лежит. Супер прям. Ну что, друзья, завершаем наше недельное видео. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Спасибо, что были со мной все эти дни. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я писала, что скоро у нас прямой эфир. Не писала, вернее, говорила. Прямой эфир. Пишите ваши вопросы. Может быть, где-то мы пропустили и не ответили. Обязательно под этим видео ответим в прямом эфире на все ваши вопросы.
Поэтому до новых встреч. Пока-пока. Видео на Дзен выходит на день раньше. Не забывайте про это. Подписывайтесь на нас там. Будьте с нами там. Пока-пока.